такая молния, она что, еще раскрывается? Вот. Какие перспективы! Либо вот так вот, да? Вот так. Это очень... Как-то я растерялась. Как мне белый цвет? Ужасно. А мне как? Ну тебе-то, конечно, раз мне плохо, будет шикарно. Необыкновенно. Вот видишь, я никогда не говорю тебе гадости, в отличие от тебя. Я просто честная, а ты нет. А я льстивая. Белый. А вот просто белый костюм. Облик достойный педагога. Белый не пугает? Не знаю, еще не знаю. Давайте померяем, чтобы понять, вообще, в правильном направлении ли мы идем. А такое ни к чему нельзя? Нет, это не в этой программе. Пойдем. Это в следующей. О! Ну, вообще, вот земля и небо. Видно, что есть грудь, что есть талия. А что раньше не было? Вот теперь это уже не синий чулок и никакая не молодящаяся спортивного стиля какая-то... Училка. Училка. А очаровательная? И подающая менеджмент. Да. Ну что, сейчас одевайтесь. Пойдем. Надо подобрать обувь. Конечно. Да. Просто необходима какая-то уже подходящая сюда обувь. Давайте. Выбор. Я считаю, что нам нужно выбирать сапоги. Вы посмотрите, какая! Что это? Чистки. Только что после укладки. Атаманша-то моя. Ой, тебе что блестит, то и нравится. Я ворона. А вот. Вот. Вот то, что я говорила. Невысокий ли каблук? Они. Это судьба. Пойдемте. Где бы нам присесть? Совсем другое дело. Элегантно. Просто, у меня нет слов. Здоровско. Удобно на них, да? Хорошая, да. Хорошая калка, мягкая шерсть. Значит, мы берем эти сапоги. Саша, подтягивайся. Ну что ж, полдела сделано, но я считаю, что расслабляться еще рано. Завтра вы пойдете в салон, где вам сделают новую стрижку. Мейкап. Мейкап. Возможно, поменяет цвет волос. Уходим. Огородами? Да. Спасибо. Да. Ну что, волосы у Ирины очень тоненькие, да?
седые. Мне не нравится, смотрите, ее такая длинная челка. Мне кажется, вам будет хорошо без челки. Смотрите, у вас хороший лоб. Ну что, вы готовы работать? Да. Состригли, да, сейчас. Осталось подсушить волос. Хорошие стрижки даже не требуется никакой пены, никаких укладочных средств. То есть просто достаточно просто включить фен и посушить волосы. Если есть там лишняя секунда, какой-то гель может нанести мокрый или еще что-то. Главное только подсушиться и все. Чтобы не заболеть. Ирина Андреевна, талантливая ученица, должна я тебе сказать. А ты, кстати, заметила, что вообще дети или подростки, когда они пишут к нам в программу с просьбами, да, то они просят за какого-то очень близкого себе человека. За родственников. За маму, да. За сестру, там, я не знаю, вот что-то такое. И если они написали нам про свою учительницу, да, то это, значит, это ее характеризует как очень хорошего человека. Да. Я так думаю. Показательно очень. Угу. Ну, готова, Ирина? Угу. Поворачивай. Это я? Смотри. Вот ваша стрижечка. Вот она. И без укладки. Ну что, Ирина? Я не ожидала. Я придумал, что это не только спортивная стрижка. У меня так много меня. Как вам новый цвет волос, ваша стрижка? Цвет волос мне очень нравится. Очень мне нравится. Так, а как это называется? Скажите мне, вот как называется цвет волос? Есть волшебное слово или нет? Назовите его. Я не знаю. Волшебный гель. Я так понимаю, что Ирина идет сейчас на встречу со своими учениками. Ну-ка, интересно, как они отреагируют на нее. Дети в шоке. Дети в шоке, да. Она очень эффектная стала. По-моему, она может преподавать не только маркетинг, но и... Менеджмент. И менеджмент, но и эстетику. Девочки, девочки попросили показать обувь. Я думаю, что они вообще никогда в таком образе ее не видели. Мало того, даже не представляли. Я думаю, они рассчитывали, что мы из нее сделаем такую классическую училку, знаешь... С пучком и с указкой? С пучком и с указкой. Не тут-то было. Сейчас она войдет, и мы ее подробно расспросим о том, какова была реакция ребят. Здравствуйте. Здрасте, Ирина. Здрасте. Ну, вы просто шикарная женщина. Выглядите изумительно. Ну, как вам живется, вот как вы ощущаете себя вот в таком новом образе? Наверное, во мне было это, да, что я не знала сама про себя. Мимо зеркала хожу и не узнаю себя просто в зеркале. Рассматриваете? А я не вижу, это не я иду, какая-то там посторонняя такая, такая красотка, где-то там мелькнула, а потом, да это ж я. Меня, конечно, убила реакция моих детей, моих любимых учеников, которые... Они имели. Минут 15 просто они молчали, они даже сказать ничего не могли. Не ожидали они такого эффекта. Я теперь не знаю, как у нас будут занятия проходить, я как-то опасаюсь, просто честно говоря. Вау, это просто супер, это бизнес-леди, как бы... Она в очках выглядит просто сексуальная такая, офигенная. Вообще она просто... Просто у меня нет слов. Она
шикарно. В общем, она мне очень понравилась, просто. Просто начала, действительно стала настоящей женщиной, просто. Приятно она сейчас выглядит, и как бы все, все как надо. И вот именно этот костюм сочетается с ее внешностью, со стилем, с этим. Ну, все вообще, все замечательно. Стала действительно такой женщиной, которую приятно обратить внимание. Ирина Андреевна, вы супер! Ну, вы довольны этим образом? Вы довольны? Я... Нет, это слово не то совсем. А мне какое кажется, слово? Мне кажется, что это он и есть, что раньше я была не я. Вот теперь вот такая вот теперь я должна вы. Быть, да. Ирина, я хотела вам в дорогу, как бы, маленькое такое напутствие. Я думаю, что вам очень пойдут длинные вот такие вот висящие палочки, такие сережки. И еще я вот захватила из дома пояса, которые вы можете на костюм, даже на брючный, на строгий костюм. Эти пояса очень красиво наматывать. Советую обратить внимание на такие пояса, потому что у вас они были все такие кожаные. Да, ремни. Ремни, да? Есть еще вот такой вариант пояса, тоже совершенно необычный, который может быть как поясом. Угу. Например, вот так вот вы его обматываете вокруг себя, да? И завязываете точно так же, как и розовый. И это такой небольшой как бы флирт. Мало того, этот пояс можно использовать совершенно по-разному. Можно из него сделать браслет. Можно, мне кажется, что у вас замечательная шея, линия декольте. И я думаю, что вам подойдет чудесным образом вот сюда. Пикантная такая. Пардон? Штучка получается. Вот какой-то вот такой вот этот. Это, и все это а пояс. Ну, с таким хорошим настроем идем к подиуму и смотрим все вещи, которые вы подобрали. С удовольствием. С удовольствием пойдем. Венере снова. Ого-го. Женственная, сексапильная, не побоюсь этого слова. Учительница новой формации. Менеджмент. Круто. И ничего не осталось от той спортсменки. Неожиданный контраст. Дэнни Мур. Фильм «Стриптиз». Что значит точно попасть в образ, да? Я не представляю вообще, что может твориться с 11 классом. Я как раз представляю, что может твориться с 11 классом. Находка дня. Сказать, как белый, в самых лучших показах кутюр, невеста выходит последней. Точно. Который появился у моей жены, мне в принципе нравится. Высокие длинные ноги – это здорово. Я ее не узнала. Я бы ее не узнала, действительно, если бы где-то на стороне увидела. Этот костюм мне, безусловно, нравится. И цветовое решение, и линия, и то, что в результате фигура подчеркивается, а не наоборот. Что может так вот поменять человека, я никогда не предполагала, что можно так изменить его. We'll be right back.
нужно что-то делать с собой. Нужно любить себя, пытаться меняться. Нельзя застывать в одном образе. Я теперь понимаю это. Это может быть трудно, это может быть непросто, но нужно пробовать. Потому что мы привыкаем к себе, и мы остаемся серыми. Нужно играть, нужно быть новыми. Не бойтесь этого, попробуйте.